ArcelorMittal Темиртау обновляет локомотивный парк. На металлургическом предприятии приобрели современный тепловоз. Сейчас технику готовят к запуску. К слову, это уже третий подобный тепловоз, приобретенный по инвестиционной программе предприятия. Новый тепловоз пока на запасном пути, но уже сейчас видно, работать в локомотивной бригаде станет гораздо комфортнее. Электронная система управления, в кабине установлен современный модуль с усиленным шумоподавлением и отличной обзорностью. Есть даже виброгасящие кресла. Машинисты уже оценили удобство нового локомотива. В данный момент получил новый тепловоз ТМ-18ДМ. На нем только начинаю, только готовлю к работе. Ну, конечно, разница большая, комфорт, уют, технологии, все для машиниста, для бригады. Как говорится, можно работать, не уставать, потому что и кондиционер, тяговые характеристики, управление тепловозом, полностью все. По словам начальника службы подвижного состава, предприятие получило модернизированную современную технику с продленным сроком эксплуатации. Это уже третий тепловоз серии ТМ-18, приобретенный по инвестиционной программе угольного департамента. Для компании это возможность обновить парк тепловозов. Данный локомотив отвечает всем современным технологическим и экологическим нормам и стандартам, обладает улучшенными техническими характеристиками. Данный локомотив обладает улучшенной эргономикой кабины локомотива, оборудован системой климат-контроля и всеми необходимыми системами контролями. Руководство предприятия и дальше планирует пополнять локомотивный парк. На ближайшее будущее запланировано приобретение диагностического и ремонтного оборудования для обслуживания новых моделей локомотива. Альбина Кумаргалиева, Эльдар Аюпов, Хабар 24, Карагандинская область.